Ребята шутили на разные темы, причем политика в них была на последнем месте. Может быть, именно поэтому посетители развлекательного центра «12 футов» отвлеклись на время от бильярда и боулинга и решили провести вечер в необычном формате. Почему, когда девушка видит лысую кошку, она говорит: «О, какая милая, тебе не холодно?» А когда она видит лысого мужика, она говорит: «О, лысый мужик, может, мне тоже холодно? Просто меня на выставке никто не водит, и все». Мы думаем, это интересный опыт и многим понравится, потому что молодежи интересен этот формат, этот юмор, потому что в нем каждый видит себя, каждый узнает какие-то вещи из жизни, и мы надеемся, что всем это очень понравится. Стоит заметить, что ребята из команды КВН «Армада» только что вернулись из Анапы, где также показали класс и вышли в полуфинал. Ребята сейчас готовятся к играм и оттачивают свой искрометный юмор на новых площадках. Судя по улыбкам и радостным взглядам зрителей, стендап прошел на ура. Мне очень понравилось выступление. Я ребят знаю давно, и они, как всегда, превзошли все ожидания. Нам было весело. Мы действительно были рады поприсутствовать на этом мероприятии. И мы от души посмеялись. И, ну, действительно, рады за ребят, что они продвигаются, дошли до собственного уже стендап-концерта. И надеемся, что они будут также развиваться.